Аким города Тараза Айтказы Карабалаев провел встречу с руководителями неправительственных организаций. На совещании были подняты вопросы благоустройства и озеленения областного центра. В городе Таразе реализовано немало проектов по улучшению облика областного центра. Однако в различных частях города еще можно встретить места, где об эстетической составляющей не может быть и речи. Мы ставим город на двухмесячный санитарный режим. Соответствующие службы должны работать без перерыва 24/7. Областной центр должен быть примером. Когда-то город Тарас можно было назвать самым зеленым городом республики. Теперь же взору жителей областного центра предстает другая картина. Запущенные парки и памятники, летающий по дорогам мусор. Специалисты отмечают, что эстетическая составляющая областного центра также зависит от культуры и самих жителей города. Чистота областного центра напрямую зависит и от самих его жителей. Необходимо поднимать уровень сознания и культуры в обществе. Все привыкли, что службы обязаны им вычищать. Каждый должен сам так поддерживать свои прилегающие территории в чистоте. Особенно это касается частного сектора. В завершении совещания аким города Тараза отметил, что данный вопрос необходимо решить в ближайшее время. Для благоустройства областного центра в городе работает 8 компаний, 26 единиц техники и 10 КАМАЗов. Катерина Иващенко, Ганиль Емжанов, Айжан Жуматказы, 77 News.